Ervaar ook de smaak van Bounty. Bounty, een exotisch avontuur. Всем привет, с вами Мир, и сегодня мы с вами говорим о батончике Bounty. Ну, про сам батончик мы особо говорить не будем, скорее про слово Bounty. Ну, давайте вначале начнем со слова батончик. Состоит оно из двух слов. Первое слово chocolate, шоколад. Первое слово bar, батончик. Ну, в принципе, bar это больше брусок, чем батончик, но в данном случае это батончик. Добавим немного магии и... I have a pen, I have an apple. Чё-то не сдалось как-то. Ах, ты ж коварный на английский язык, никогда не знаешь, где ждать от тебя подвоха. Проблема заключается в том, что слово chocolate bar уже занято. Это шоколадная плитка. Поэтому нашим несчастным шоколадным батончиком остается довольствоваться только candy bar, что значит буквально конфетная плитка, ну или конфетный брусочек. Ну да ладно, возвращаемся к самому слову bounty. Как и водится среди названия, оно само практически не используется, но все-таки у него имеет свое значение, а именно вознаграждение. Так я сказал, слово редкое, поэтому старайтесь его не использовать лишний раз. Если вам нужно слово вознаграждение, используйте слово reward. Вы с ним к тому же должны быть более знакомы, поскольку в любом вестерне объявления с этим словом висят практически сплошь и рядом. Несмотря на то, что слово bounty само по себе используется довольно редко, оно часто используется в словосочетании bounty hunter, что на русский язык можно условно перевести как охотник за головами, хотя по сути перевод звучал бы как охотник за наградой. Не уходя далеко от темы, есть фразовый глагол to put a bounty on, то есть назначить награду за что-то или за кого-то. Да, раз мы говорим о bounty, то, наверное, скорее всего, есть люди, которым было бы интересно узнать, как именно переводится райское наслаждение, но проблема заключается в том, что в оригинале никакого райского наслаждения нет, там используется совершенно другой слоган. Pure taste of coconut. But while I'm waiting, Bounty is moist, tender coconut. Try a little tenderness. Drenched in a sea of chocolate. Try a little tenderness. Discover new Bounty, the taste of paradise. The taste of paradise дословно будет переводиться как вкус рая, да и недословно тоже. Райское наслаждение на английский язык переводилось бы как heaven's pleasure. Замечу, что оно встречается в речи не часто, но оно есть. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.